Шопоголики, всем привет! Как вы знаете, мы с командой топим за оригинал и против подделок. И сегодня я хочу вам показать аппарат Entrapi, который есть у нас. Мы единственные в Нижнем Новгороде, кто обладает таким волшебным аппаратом, который помогает определять оригинальность сумок. Итак, давайте начинать и посмотрим на примере сумки Louis Vuitton, мультипошет, который мы ждали очень долго из Милана. И как раз хочу на ней продемонстрировать сейчас, как работает аппарат и как мы определяем оригинальность. Вот этот аппарат, а здесь внутри зашит iPod и специальное устройство с помощью увеличивающих линз. Мы будем сканировать сейчас кожу, выделку кожи, канву, строчки, фурнитуру, и все это будет загружаться в систему. Выбираем бренды, это там Louis Vuitton, выбираем канву, монограмм канву. Фотографии, загрузили их в систему и сейчас проверяем то, что мы отфотографировали, ввели все дополнительные данные, которые требует система, и это все улетит к ним вообще в большое облако, в котором содержится огромное количество фотографий оригиналов. И здесь начинает работать искусственный интеллект. Машина начинает сравнивать фотографии, которые мы загрузим, с оригинальными изображениями, которые есть в системе, их больше миллиона. И в конце это все процесс происходит от 40 минут до 2 часов, нам выдает результат. Оригинальная сумка или нет, выдается сертификат подлинности, который до 98,5% гарантирует нам подлинность. Конечно, 1,5% есть погрешности, но, кстати, я могу сказать, что даже если система вдруг не справляется в аналоге, то подключаются живые люди этой компании, и начинают уже аутентифицировать данные, которые мы им предоставим, и выдавать уже свое заключение. И нажимаем на Итак, результат получен. Смотрим, наша сумочка подтверждена, что это действительно оригинальный продукт. Если бы это был фейк, то мы бы увидели наложку на экране о том, что это, к сожалению, не оригинальный товар. Ну, друзья, таким способом мы проверяем сумки на оригинальность. Также вы можете нам принести свою сумку и заказать такую проверку. Мы с клубом шопоголиков только за оригинал. У нас в нашем проекте есть шопинг-марафоны, а также у нас есть направление ресейл, где можно выгодно продать свои брендовые вещи, сумки, аксессуары, либо их купить со скидками до 70%. Подписывайтесь на наши инстаграм-аккаунты, а также на YouTube-канал «Клуб Шопоголика». Кстати, в одном из выпусков я рассматривала сумочки Louis Vuitton мультипошет, подделку и оригинал. Мы сравнивали их, чем же они отличаются. Обязательно смотрите, и до новых встреч, друзья. Пока-пока!